Всем привет, дорогие друзья, с вами я, PandosFX, и сегодня будет очередной ролик на моем канале с очень приятнейшим дропом. Выкатили нам новое промо, вот такие вот карточки имеются, не сказать, что я в диком восторге, но одну из самых топовых карт я поймал. Также вы увидите две сборочки кумира 89+, и оба кумира в основной состав. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, кофеек, и всем приятного аппетита. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, хотелось бы вам напомнить о моих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. Большой респект за это. Также у них на сайте вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта. Сейчас во всю Лига Чемпионов, Лига Европы. Переходите по закрепленному комментарию, забирайте свой фрибетик в 1000 рублей. Ну и регистрируясь у них на сайте, в первую очередь поддерживайте меня, за что вам огромное спасибо. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Ну так вот, друзья, копил я эти паки просто в бесконечном количестве, скрафтил кучу паков 82+, там сколько их, 50 штук получается, да, забрал себе португальского ЛЗшника из Лиги 1 и пошел, собственно, вскрывать эти пики. Смотрите, что мне выпало. Здравствуйте, Неймарчик 89. Вот дать бы Неймару спешил карточку, а не Нуно Мендешу. Не, ну в пике 80+, это более чем, я считаю. Как прогресс в тренажерке? Ну, хожу, качаюсь, все нормально. Так, Ляпорта 86. Ну, я уверен, что в этих пиках 82+, мы налутаем дохуя рейтинга. Смотрите, уже сколько насобирали мы тут. Рубен Диш, бля, рейтинги прям сыпят, посмотрите. ЛЧ, ЛЕ карточки подъедут, не? Тут что-то вообще никого не вижу. 90-й рейтинг, нихуя мне сыпят по рейтингу, чуваки. О, Фримпонг, у него классная карта. Парежа опять, дубликат вроде. О, Нуно Мендеш! Один из лучших, блять! Один из лучших, пацаны! Ебать! Вот это да! Здравствуйте! Здравствуйте! Охуеть! Вот это я проснулся прям! 700 тысяч, блять! 745 тысяч! Да, друзья, вот так вот. Иронично получается, что я выбил себе этого португальца фьючерстара ЛЗшника и после этого залетает на огонек Нуно Мендеш. Всю голову сломал, как его линкануть в своей команде. Ну, как бы линкануть-то линканул, но как это все связать, я хрен его знает. Че, какие там шансы в ПСЖ? В следующем матче я буду самым преданным фанатом ПСЖ, блядь. О! Вторая карта из нового промо. Ну, типа, даже если получит 1-2 апгрейда, вряд ли он супер играбельным станет. Это чисто карта для Диего Компаса, мне кажется. Это все отправляем в клуб, и вот эту вот всю срань надо будет сейчас куда-то запихивать. 10 редких золотых игроков, 2 гарантированных 84 или выше. Испанец, да это же Дехея. Ну ладно, неплохо. Для 500 FIFA поинтов это неплохой пак, я считаю. Барел, наверное, возьму. Барелла 400 тысяч стоит. Дальше я немножко пакетиков пооткрывал и пошел, собственно, вскрывать кумирыча. И что там упало, друзья? Вау. Тут, друзья, финальная сборочка на кумира закончена. Собрал за 0 монет. Куча рейтинга мне попадала. Все, друзья, икону открываю. Скриньте это Анри. Ну, Анри было бы прикольно. Так, это не дубликат, уже радует. Но я не пусси, начинаю сразу с топ-наций. Начну с Испании. На секундочку, показалось. Англия, сколько там пиздеца. Кэмпбелл мне кто-то написал. Блять, пожалуйста, не Англия, пожалуйста, это не Англия, фуф. Так, ну чё, Франция и Бразилия из топ-нации осталось. Давайте по этим. Защитник. Не защитник. Полузащитник. Там есть Зидан и Вьера. Так, это все арендованы, к сожалению. Бля, в атаке там либо полная стена. Это Трезеге, либо это Анри. Ооо, друзья, Анри! Анри, иди сюда, блять, Анри, это заебись. Анри, охуенно, я хотел за него поиграть. Анри, друзья, у нас знаете, сколько стоит? Пам, 1,5 миллиона монет. Ванги в чате, да, кто-то писал там Анри, блять. Скриньте это Анри, но Анри было бы прикольно. Я не знаю, друзья, какая-то подкрутка пошла на мой аккаунт. Мой состав выглядит просто каким-то безумным образом. Сначала падает Best, потом падает Анри. Просто топ-форварды. Один стоит лям с чем-то, другой стоит 1,5 миллиона. Короче, полный бум. Я не знаю, что мне сейчас делать со своим сквадом. Альваран на заменку сел, который стоит 800 тысяч. Ну и после того, как я покончил со своим основным аккаунтом, перешел на бездонатный. Открыл там засейвленные паки за 15 токенов. И смотрите, что мне там выпало. Это Inform. Испанец,
Цопник, это Родри. Еще и Геррера, Тиаго, Коман и Ковачич. Хорошо. Так, 10 игроков 85+. Вот так вот. Фафаныч упал на бездонатки-то. Это хорошая карта. Наверное, Кордоба и Смолинг сейчас пойдут нахуй. И как-то надо будет залинковать Фафаныча попробовать. 1.90 м, сила есть, защита есть, пейс имеется. Это для бездонатки прям вообще шик. Ну и завершаем мы этот видеоролик, друзья, кумиром на своем бездонатном аккаунте. Брошу небольшой спойлер, Балок полная хуйня. Телега та еще. Неповоротливый пейс чувствуется на 60. Защита не чувствуется от слова совсем. В общем, карточка полная говнище. И поэтому сейчас я солью опять весь свой фодер на сборочку кумира. Надеюсь, упадет хоть что-либо играбельное. Вот, отправляется в первой пачке Илкай Гюндоган и Педри. Педри, к сожалению, в моем клубе так и не заиграл на высоком уровне, поэтому прощайте, пацаны. Всего хорошего вам. Так, это у нас вторая сборочка улетает. Три фьючерстара. Последняя сборочка выглядит у меня вот таким вот образом. Отправляем и надеемся, друзья, на Кумирыча в основной составчик. Пожалуйста, Яшники, мне нужен лидер моей команды. Я до сих пор не укомплектовал свой состав адекватным образом, но сейчас вот мне Фафана выпал. Это прям топ для защитника. Так, смотрим бутишки. Безвкусные бутишки. В прошлый раз, когда я увидел безвкусные бутишки, мне упал Джордж Бест. Я начну сразу с максимально топовых стран. Бразилия. Сразу лезу в Бразилию. Блять, очень жаль. Аргентина. Португалия. Больно. 700 тысяч стоит фигу. С одной стороны. Но с другой стороны, конечно, хотелось бы что-нибудь поприкольнее. 4 на 4 у него. В атаке может побегать. Не знаю. Сомнительный персонаж. Я как-то ожидал чего-то поприкольнее, наверное. Ну, в любом случае, буду сидеть думать. Но это не самый худший вариант, ладно. Я что-то на секундочку приуныл, а потом посмотрел на статки. У него дриблинг, пейс, удары, передачи. Потолкаться даже может. Поэтому ладно. На самом деле я не зажрался, не подумайте. Но это же бездонатный аккаунт. И тут прям хочется что-нибудь такое, что охуел бы я. Так, ну что, друзья, по итогу, что хочется сказать. Фигу оказался не таким уж хуёвым, как мне показалось изначально. Он мне неплохо так тащил в Викендиге. Да, спойлер, она уже отыграна на бездонатном аккаунте. Подробный обзор, если хотите, на Велочку, дайте мне знать своими лукасами. Оперативно, если наберем 7777 лайков, все по традиции, то следующий видос — это обзор на бездонатной Викендиге за эту неделю. Никаких спойлеров пока что давать не буду, просто скажу, что Луиш Фигу действительно оказался крут. Ну и в концовочке, друзья, осталось лишь поблагодарить вас и попросить вас подписаться на мой канал, если не подписаны, и оставить классный комментарий вместе с лайком. Все, всех люблю, целую, обнимаю, с вами был я, Пандос Фиксович, и всем чао-какао. Короче, Викендлига у меня не проходит бесследно, я тут это по двери немножко уебал. Немножко по двери уебал, и что-то и плохо стало.